Сейчас покажем два деревца, которые растут, опять же, в одинаковых условиях. И возраст прививки примерно одинаковый. Вот, живут они вот в таких автомобильных покрышках в форме бонсайного контейнера. К тому же не просто так, а сидят еще на камне. Поэтому это вызывает некоторое, ну, сокращение густоты, красоты и так далее. Ну, нам опять же это не важно. Это я вам раньше показывал, как выглядят красивые и идеальные экземпляры этих клонов. А нам важно сравнить, значит, исходный клон и производный. Ну, вот это исходный клон 0,54 плантационный. Видите, на что он похож? Он похож на вершину взрослого дерева. Осевого побега нет, есть несколько доминирующих побегов. Вот, ветвление не очень обильное, ну, пожалуй, всего в два раза обильнее, чем у обычного кедра, ну, такого возраста, размера. Вот, ну, в то же время есть такая вот и ширина кроны. Вот. Ну, а главное, есть плодоношение, это все-таки плантационный, он как бы исходно предназначен для выращивания плодоносящих деревьев, для орехоплодных плантаций, на которых шишки можно снимать руками. Ну вот шишек, как видите, довольно много. Вот. Ну это зависть или озимь, они созреют на будущий год. Вот. Ну причем шишки есть вот даже тут внизу, на маленьких веточках. Вот. Ну это, конечно, отдельный вызывает интерес у людей, когда дерево ростом с человека или меньше, и при этом обильно плодоносящие. Ну, вот это значит исходный клон. А сейчас пройдем к производному клону. Так, это вот семенное потомство корнесобственное. А вот это на ножке, значит, это у нас вегетативно размноженный один из семенных потомков плантационного за номером 17. Ну, видите, совершенно другой. И отличия такие же, как между 0,8 и производными от него клонами. Вот, густой, широкий, красивый. Вот, собственно, и все, что можно про него сказать. Ну, никаких шишек тут, конечно, нет и быть не может. Побеги относительно тонкие. Вот, на таких побегах шишек обычно не бывает. Он такой декоративный. Вот, ну, не такой густой, как производные от 0,8, от 0,8 клона, но все равно привлекательный, интересный, многим нравится, потому что быстрее растет. Вот. А сейчас посмотрим тоже на дендрарт, который получается из исходного клона и из производного. Небольшой дендроартик из клона 0,54 плантационный. Ну, вот та же умеренно густая крона. Вот прививок здесь сколько? Раз, два, три, четыре. Причем одна доминирующая. Ну и что мы видим? Мы видим, что за 15 лет, прошедших после прививки, все они, собственно, сомкнулись в единую крону и образовали такое симпатичное, декоративное, при этом обильно плодоносящее деревце. Вот шишек тут еще больше, чем на том, которое мы смотрели только что. Вот они тут, пожалуйста, вам. Тут и тут, и тут еще больше. Вот. Ну, это, конечно, для многих людей, даже, может быть, и для большинства, компенсирует некоторый дефицит ну, такой вот японской красоты. Это скорее русский идеал небольшого деревца кедрового. Так, ну тут у нас неожиданно пошел дождь, поэтому прекращаем съемки. Делаем перерыв. Дендроарт из производного клона 0,5462. Фундаментальное произведение науки и искусства. Возраст дерева примерно 30 лет, в том числе 15 лет назад начали делать прививки. Прививок очень много. Я вот сейчас попытался сосчитать. Три раза пробовал, все время сбивался, потому что
очень много, а надо как-то специально этим вопросом заняться. Ну, думаю, штук так 50-60. Ну, вот эти вот отдельности, про которые мы видели, значит, у производного от 0,8 клона, они, конечно, крупнее, заметно крупнее. Вот такие вот, и, соответственно, насколько они крупнее, настолько в них меньше густоты. Но они тоже относительно плоские, вот ширина больше высоты, ну и выглядит, конечно, здорово, там вот не совсем видно оттуда, вон тут сверху донизу, такой вот гармонично организованный, правда, вверх-вверх покажи, Наташа. Видите, чуть-чуть запоздали мы с последними прививками, поэтому они выглядят негармонично. Вот сейчас у нас закончатся съемки. Я их, наверное, отпилю к чертовой матери, и будет тогда законченный продукт. Потому что когда, значит, последние прививки сделаны поздно, то они уже не наберут вот такой вот густоты и красоты, как сделанные ранее. Все-таки весь процесс прививки, ну, надо, чтобы он хотя бы помещался, ну, в 3 крайний срок, 4 года, а здесь он у нас растянулся лет на 10. Вот. Ну, сейчас речь не о том, а о том, что производный от 0,54 клон семенного потомства отлично подходит для этой цели, особенно для создания крупной формы. Вот производные от 0,8, они годятся для мелкой и средней формы. А от 0,54 плантационного для крупного дендрарта идеальный материал. Мы сейчас широко его используем. Заложили, ну, десятки таких деревьев, которые лет через десяток поспеют, значит, дозреют и будут доступны для покупателей. Спасибо.